такая вот здесь есть заброшка. Старый Печерск. 55-59 годы постройки, судя по форме окон. Судя по всему, здесь будут гнать высотку, так как вон она виднеется на соседнем участке. Здесь тоже был дом, который строили пленные немцы в 48-м году. Вот сейчас здесь такая высоточка. Паркет советский, одуренный паркет и куча дерьма. Куча дерьма на паркете. Сюрреализм. Сюр. Это бомжи нанесли ветки. Жгут костры для обогрева. Тоже дерьмо на паркете. Охереть. Дерьмо на паркете. Бомжатник. Бомжатник. А здесь камин. Это, наверное, был кабинет начальника. А здесь было строительно-монтажное управление. И камин. Кабинет начальника. Да. И выходим сюда. Здесь тоже все засрано в дерьме. Вот такие они, киевские реалии. Дерьмо на паркете. Судя по всему, это касса, где выдавалась зарплата. Окошко кассы. Тоже раритет. Сейчас все через банкоматы. И коридор заваленный ветками.
подходим. И прощаемся с этим заведением. 55-59 годы. Целая эпоха. Уходит целая эпоха. Очень мощное, очень добротное здание. Жить бы дожить, но на Печерске очень дорогая земля. Судя по всему, здесь будут гнать высотку. Ванная, душевая. Да. Будет целая эпоха. Снова этот подъездик, заваленный ветками и человеческими экскрементами на паркете. Прощай, 50-е. Привет, 2000-е.